Уважаемые дамы и господа, добрый день, доброе утро. Меня зовут Ольга. Я представляю посольство Великобритании, торговый отдел. Когда мы регистрировались для данного вебинара, вы, наверное, заметили, что мы подготовили целую серию различных сессий для сектора ГМК. И то, сегодняшняя тема у нас называется «Интегрированное удаленное производство с минимальным задействованием персонала». Компании Великобритании, которые будут представлены сегодня, это ведущая компания мировая Step Change Global, которая оказывает интегрированные удаленные услуги и цифровые услуги для более эффективного осуществления промысла. Сейчас позвольте мне представить Тони Эдвардс, который является руководителем компании и основателем компании Step Change Global, который имеет мировой опыт в нефтегазовом секторе, в секторе ГМК по всему миру. 17 лет Тони занимался данной деятельностью, и в результате была создана эта программа. В 2009 году он решил заняться развитием своего собственного бизнеса и основал компанию Step Change Global. До этого он работал и оказывал услуги всем большинству мировых ведущих компаний, такие как Statoil и многие другие. Имеется представительство компании в России. Это очень полезно с точки зрения доступности компании, с точки зрения единого языка. Сегодня Гибсон и Павел Ченцов также присоединятся к Тони. И прежде чем я дам слово Тони, я расскажу о нашей повестке дня на сегодня. Вначале будет презентация, несколько слайдов о компании и об операциях. Затем у нас будет небольшая сессия вопросов и ответов, после чего будет уже более длинная презентация с видео. После этого у вас будет возможность еще раз задать вопросы Тони и его команде. И затем у нас будет нетворкинг для того, чтобы мы могли назначить встречи с Тони. Спасибо большое, я передаю ему слово. Спасибо большое, Ольга. Во-первых, я хочу поблагодарить Ольгу и ее команду, и Артура, и его команду в Майнексе за то, что вы организовали данное мероприятие. Для нас огромное удовольствие находиться здесь и поделиться своим опытом, который связан с интегрированными операциями и цифровизацией. И мы будем рады представить вам данные предложения и приложения, которые очень полезны для промысловых операций. Ольга уже сказала, что мы сделаем несколько слайдов о нашей компании, кто мы и что мы можем предложить. И расскажу вам об основной концепции Digital Information для того, чтобы было понятно, что это означает в нефтегазовой и в добывающей промышленности. Затем мы расскажем о той работе, которую мы ведем в секторе ГМК, и затем мы перейдем к тому, каковы последствия, связанные с пандемией COVID, и почему в настоящее время удаленные операции являются очень горячей темой для наших решений. Затем мы перейдем к заключительным тезисам, и мы говорили уже о том, как будет сессия прерываться на вопросы и ответы. Мы до того, как начали работать в Step Change Global, мы работали с командой на протяжении 12 лет. Это были BP и BG, которые как раз-таки в 2003 году занимались работой, связанной с интегрированными операциями и ключевыми цифровыми концепциями, о которых я расскажу несколько позднее. Но фактически мы это делали в 2003-2007 годах для компании BP. И цифровой, когда был реализован цифровой формат для нефтегазового сектора. До этого мы проводили работу по различным точкам мира, и мы также имеем опыт работы в нефтегазовом секторе в Казахстане, в России, а также в Австралии, в Чили и в Канаде. Мы тоже сегодня об этом будем рассказывать. Как я сказал, нам очень повезло, потому что у нас прекрасный список наших компаний, которые являются нашими клиентами. Работа, проведенная нами за последние 10 лет. Нам повезло работать с многими компаниями, такими как Statoil и
ConocoPhillips. Мы много работы проделали в Австралии, Канаде, Petronas в Малайзии. Но, как вы видите на данном слайде, в 2012 году мы обратились в BHP&I, и я расскажу об их заявке несколько позднее, где мы проделали серию различных операций, связанных с исследованиями, связанные с реализацией данного приложения в Южной Америке и в Канаде. Также мы работали с компаниями Barrick, TAC Resources и Казарини. То есть нам очень-очень повезло осуществить трансфер наших знаний из нефтегазового сектора в сектор ГМК, в добывающий сектор. И мы будем говорить о схожих характеристиках и об отличиях по мере того, как я буду делать презентации. Наши основные возможности. И по мере того, как мы оказывали услуги добывающим компаниям, мы проводили различные проектирования, внедрения центров интегрированных операций. Большинство из этих операций осуществляется на земле. Некоторые операции – это операции, которые связаны с добычей, с бурением. То есть мы понимаем практические последствия, которые связаны с цифровыми технологиями и с операционной деятельностью. И насколько это отличается и делает ситуацию иной, то, что касается крупных консалтинговых услуг – и дженерики в целом. Мы здесь можем видеть, я очень много вам буду рассказывать позднее в презентации, и то, что мы делаем, это консалтинг. Консалтинг, мы являемся независимыми консультантами в области цифровых технологий и интегрированных решений. И вы это увидите, это одна из отличительных черт нашей компании. Для чего в первую очередь эта технология используется? Что вы делаете с этими данными? Как это влияет на ваши ежедневные операции на местах? Как вы осуществляете производство? Как вы осуществляете добычу, промысловую работу? Как вы обеспечиваете интегрированность? То есть огромное количество множественных процессов позволяют вам решить ежедневные задачи. И здесь вы видите, что люди, процессы и организационные изменения играют ключевую роль. Цифровые технологии являются своего рода движущей силой, направленной на то, как вы вносите изменения, начиная с тех знаний, которые вы собираете ежедневно, это нефтегазовые компании. И мы это непосредственно видим также и в операциях, связанных с промыслом, с промысловой добычей. Для того, чтобы сделать ваши цифровые технологии полезными для вашей организации, они должны быть интегрированы в вашу ежедневную деятельность. Мы говорим о технологиях в ежедневном использовании. Здесь огромное количество таких вещей, которые следует учитывать. Например, минимальное количество персонала задействовано в промысловых работах. Энергия, которую вы добиваетесь потенциально за счет того, что управляете мультипликативно целым рядом различных шахт и рудников. Мы делаем очень много работы, которая связана с аналитикой и оценкой. За последние несколько лет, если посмотреть на операции, на промысловую деятельность, можно понять, какие существуют возможности в вашей ежедневной деятельности. И мы разработали вот такие вот подходы или решения для оценки и для аналитики, для того, чтобы вы получили как можно больше пользы из полученных данных. Это небольшая команда людей, 2-3 человека, которые еженедельно докладывают вам о том, как работает, и все это делается через интегрированный центр. Как правило, это люди, которые не видят или не видели эту работу ранее, и это может быть достаточно сложным, если они не работали и не имели такого опыта. У нас по всему миру существует порядка 40-50 таких центров, а также мы делаем очень большое количество аналитической работы, связанной с оценкой. Это, например, такие как бенчмаркинг, такие как новые месторождения, такие как старые месторождения, как осуществлять передовой опыт и как
Как вы осуществляете промысловую деятельность, при помощи каких технологий, какие процессы этими технологиями осуществляются? Не буду сейчас останавливаться на этом более подробно. Если вас заинтересует эта тема, я с удовольствием расскажу подробнее позднее. Сейчас я хотел бы поговорить о опыте нашего ЦИО, и мы считаем, что мы являемся мировыми лидерами в этой области. Нам повезло работать с крупными мировыми компаниями, где мы спроектировали и реализовали крупнейшие центры, которые включают BHP iRock, включая BHP Escondida, центр в Сантьяго, также для нефтегазовых компаний, такие как BP. И мы видим, что разработка, проектирование таких центров позволяет вам осуществлять визуализацию всех процессов, ваша организационная модель у вас перед вами. Но более того, это организационная культура и то, как вы помогаете компании осуществлять свою деятельность. Можно посмотреть на опыт Чили, Австралии, сделать трансфер этих знаний на регион, но необходимо всегда помнить о том, что нужна модификация с адаптацией под местные условия. Одно решение не может быть применимым для всех. Это должно быть несколько концепций, которые будут специфичны для вашей культуры и для вашей организационной культуры в том числе. Я думаю, ключевым моментом, то, что мы хотели бы сделать, мы хотели бы, чтобы это было красивое место, в котором люди хотят работать, чтобы это было привлекательным для следующего поколения, которое будет работать в нефтегазовом секторе. И на самом деле это касается трансформации пространства. Все самые последние технологии, которые только можно придумать, это и машинное оборудование, и аналитика, когда все это соединено в единое решение. Мы очень много таких центров создали. Это Австралия, Северная Америка. Как вы здесь видите, тут представлена количественная статистика. Мы видим здесь BHP, Barrick и другие примеры. Некоторые центры могут занимать 2 этажа, до 200 человек вмещая. И могут быть также небольшие помещения, где 10-15 человек работают. Это стоит миллионы или десятки миллионов долларов, когда речь идет о крупных центрах, и о маленьких центрах, когда речь идет о нескольких миллионах. Вы здесь видите, например, компанию, которая в настоящее время имеет 3 добывающих площадки, 3 скважины. И они решили эту концепцию применить для управления промысловыми операциями. Что же из себя представляет ЦИО? И что это будет из себя представлять в будущем? И что же это такое цифровая трансформация? Это те технологии, которые осуществляются при помощи цифровых решений. Это аналитика, это робототехника, информация и многое другое, применимое в ежедневной рутинной работе, как вы это все применяете, автоматизация, интегрированные подходы, качество, качественное управление водными ресурсами. Чем больше у вас данных, которые приходится обрабатывать, тем сложнее представляется эта работа, когда мы говорим о нефтегазовом и секторе ГМК. Это включает такие компоненты, как мастерство в операционной деятельности, мастерство в добыче, управление удаленными операциями и многое другое. Если посмотреть глубже, мы можем понять, что на самом деле фундаментально поменялось в той работе, которую вы осуществляете. Это ваш подход и целый ряд различных вещей. Если вы применяете технологии в промысловой деятельности, вы ходите через двери, не можете посмотреть, что происходит у вас на руднике. Одно из решений, которое позволяет вам посмотреть, вы практически в режиме реального времени можете наблюдать за деятельностью. Это гораздо быстрее, это практически приближено к режиму реального времени. И создается ощущение, что вы это делаете ежедневно. Вы видите больше коннективности и связи между различными рудниками, преодолевая географические расстояния. География уже не имеет такого значения, и это требует мультидисциплинарного подхода и специалистов с специализацией в разных областях.
Если, например, мы говорим о складах, о деятельности, связанной с промыслом на руднике, это целая цепочка, производственная цепочка. И это и ведет к цепочке добавленной стоимости, интегрированной цепочке и оптимизации, что ведет нам к мультидисциплинарному подходу и кросс-дисциплинарному подходу. Это означает, что вы работаете с людьми на местах. Как правило, это люди, которые друг от друга находятся в разных местах, не всегда имеют возможность связываться, если речь идет о старом подходе. И эту проблему можно поменять и решить при помощи технологии. Что же является у нас движущей силой, стимулами и условиями? Такие вещи, как месторождение в нефтегазовом секторе, которые находятся на удаленных локациях. И это очень важный аспект, которые требуют и не всегда связаны с достаточными ключевыми специалистами. Это также связано с усложнением технических особенностей разработки. Конечно же, вы пытаетесь масштабировать бизнес, увеличить количество человек. Вы смотрите, каким образом можно увеличить производственную эффективность и операционные расходы. Это связано с высокими или низкими стоимостью на продукцию, сокращением производственных экологических рисков, интеграцией цепочки добавленной стоимости. А условия включают, как вы применяете технологии. Сюда относятся и новая модель цепочки поставок, новые модели организации снабжения, операционные модели. И мы начинаем это наблюдать через ЦИО, через удаленные центры в добывающем секторе, где сейчас рудник контролируется удаленно, и вся диспетчерская деятельность ведется из единого центра. Очень важно помнить, что многие ваши процессы меняются вместе с новой моделью. Здесь мы видим отличия в применении и в нефтегазовой, и в горнорудной отраслях. В горнорудной отрасли это более стандартная практика, которая является объединяющий для всех элементов производственной цепочки одной организации. Существует тенденция все больше и больше управлять удаленно, что касается инженерной поддержки, производства и планирования, добыча и планирования, а также другие условия в нефтегазовой отрасли. Это отдельные элементы производственной цепочки, которые отвечают за различные компании и подразделения. Основная ценность, которая достигается в управлении добычей и пластом. И это больше касается автоматизации, которая имеет второй приоритет. Мы также здесь наблюдаем большое количество общих характеристик. Нефтегазовые компании, горнорудные компании – это крупные добывающие организации. Они очень часто добывают сырье, которое расположено в удаленных локациях, нуждаются в транспортировке и преодолевают различные культурные, организационные барьеры. Такие вещи, как планирование производства, технического обслуживания, они аналогичны. Очень много фокуса дается новым технологиям и в том, и в другом секторе. И мы можем очень много перенести из добывающего сектора в нефтегазовый и наоборот. Что же из себя представляет ценность интегрированных операций? И мы говорили о цифровых технологиях, источниками ценности ИО являются принятие решений на основе данных реального времени концептуально. Это основано на целом ряде вещей. Более быстрые решения – это взаимодействие с удаленными локациями и задействование самых лучших людей для этих решений. Это касается межоперационного подхода, кросс-дисциплинарной интеграции и многого другого, а также максимизации времени безотказной работы. Мы также видим, что для того, чтобы это сделать, необходимо сфокусироваться не только на технологии, но и на людях, и на организационных изменениях. У нас есть большое количество примеров, особенно в ЦИО, когда для того, чтобы достичь окупаемости инвестиций в данные ЦИО, необходимо подождать 3-12 месяцев. У нас достаточное количество таких позитивных примеров, и мы можем их вам предоставить.
Одна из ключевых концепций, которые мы здесь видим, это идея цикла от измерения данных до принятия решений. Когда мы говорим о планировании, приобретении оборудования, о передаче данных, о хранении данных и информации, и вплоть до последних нескольких лет, все это было очень дорогостоящим мероприятием и представляло технические сложности. Здесь мы видим более дешевые подходы. Вот в этой вот части слайда это тот барьер, который практически сейчас уже исключен во многих локациях, но еще осуществляются операции, которые могут быть связаны с такими сложностями. Вы можете эту информацию получить, когда вы ее получили, вы делаете анализ, она подвергается аналитике. Здесь мы видим очень много машинных технологий, аналитики, исследования. Все эти данные, которые позволяют вам получить понимание того, где вы можете применить другие возможности. Каким образом вы будете внедрять решение? И теперь мы видим, что очень часто барьером к этому является недостаток доверия между теми людьми, которые находятся на объекте. У них бывает высокая степень осведомленности о том, что происходит на объекте, но люди в офисе, которые анализируют данные, обычно у вас будут очень высокообразованные, технологически образованные люди, которые принимают эти решения, которые работают с данными здесь. И у вас есть люди, которые работают на объекте непосредственно, которые проводят работу на объекте ежедневно, и у вас возникает разрыв между ними. И очень часто мы будем видеть, что реализация цифровых подходов на объектах в нефтегазовом отрасли всегда проваливается, потому что они не понимают ценности в этом, не хватает доверия между вашим офисом и объектом, где проводятся промышленные работы. Если мы пойдем дальше, то мы будем видеть, что мы видим несколько уровней. У вас есть технологические подходы, это информация, визуализация, сюда куда войдет аналитика, машинная работа. И мы пытаемся внедрить все это в рабочий процесс, поток работ. И здесь необходимо провести целый объем работы. Здесь необходимо рассмотреть, каким образом организована компания, как идет управление, каким образом принимаются решения, как управляют изменениям, как принимаются решения, и как эти решения реализуются, принимаются действия. Что мы видим? Что здесь возникают разрывы, и мы можем эти проблемы объединить в несколько моментов. Это процесс, организация, люди, технологии. Это все становится частью процесса управления изменениями. И здесь мы работаем над проблемами управления изменениями. Люди начинают работать по-другому, исходя из тех фактов, что работают, исходя из информации. Проблема, когда у вас нет всех этих блоков. Допустим, когда вы рассмотрите всю производственную цепочку, это процессы, транспорт и так далее, то это та работа, которую мы выполняли для чилийской компании. Здесь мы видим очень много блоков. И что мы видим? Что происходит? Это тенденция к оптимизации и использованию аналитики, использованию данных, информации для такого рода вертикальной интеграции. И вам совершенно необходимо провести эту работу. Но каким образом вы это будете делать? Но в этом плане вы решаете только одну проблему производственной цепочки. И типично это технология, эти проблемы связаны с технологиями. И здесь мы видим некоторые примеры. Еще один момент, который мы узнали, исходя из работы в горном секторе, это те моменты, которые связаны с интеграцией в горизонтальном плане и в интеграции по цепочке производства. Это гораздо более сложно, но это приносит дополнительные преимущества. Таким образом, действительно важно определять разницу между вертикальной интеграцией и горизонтальной интеграцией. На данный момент я хотел бы сейчас ответить на некоторые из ваших вопросов. Если вопросов пока нет, то мы можем перейти к следующему разделу.
Спасибо, Тони. Спасибо. Это было очень впечатляюще. Я вижу, что у нас появился уже первый вопрос. Если мы говорим об удаленных операциях, считаете ли вы это будущим глобальным трендом? Да, мы можем уже видеть, что это уже происходит в нефтегазовом секторе. Мы проводили определенную работу. Появились компании, которым необходимы оригинальные, региональные центры. И поэтому, чтобы можно было работать удаленно и поддерживать удаленно работы и операции, мы это видели, нефтегазовые объекты в Африке и морские объекты. Но кроме того, есть компании, у которых есть глобальный центр по бурению, поэтому мы поддерживаем все их буровые работы из одного центра, это порядка 50 или 60 скважин, и ведется работа по управлению с единого центра вот здесь, из Лондона. Поэтому очень часто мы видим, что мы видим переход из того, что мы называем базовой моделью, где когда у вас нет организации, которые основываются на географии, это вот, допустим, Северная Америка, Африка, Азия. В этом случае у вас есть, появляется организация, которая основывается на виде активов. И мы начинаем видеть, что более крупные международные компании переходят к такому подходу. И мы уже видели такой подход в нескольких медных рудниках и так далее. Поэтому я должен сказать, что да, конечно же, и ситуация с COVID-19 сделает ситуацию более важной. И мы видим, что такие черты уже появляются в производственных подходах. И производство, управление производством производится удаленно. Конечно, спасибо, Тони, не исходя из вашего опыта. Считаете ли вы, что нефтегазовые компании, что они в основном будут переходить на цифровые операции гораздо более, чем компании из горного сектора, или более-менее одинаково? Нет, я думаю, что нефтяные компании начали это делать ранее. Вот, допустим, как BP, Statoil, Shell, Chevron, Renko. Большей частью эти компании они начали переходить на программы цифрового трансформирования в 2004-2005 году. И первая волна цифрового стимулирования прошла где-то в 2003-2010 годах. Это работы проводили вот эти крупные компании. Что мы видим сейчас? Практически каждая компания это делает, даже очень небольшие компании. С точки зрения цены, цена сокращается, она сокращается значительно. 10 лет назад она была намного выше, сейчас это уже не так. И поэтому барьер на вход стал намного ниже. И то, что мы теперь видим, что в горных компаниях, горнорудных компаниях, первоначально это было несколько лет назад, это была BHP, это крупная компания, но мы ожидаем, что эта тенденция также будет наблюдаться и в более мелких компаниях. Ник, вы хотели что-то сказать? Я хотел прокомментировать. Я хотел бы упомянуть, что крупные международные компании и даже небольшие компании проходят через обновление, через цикл обновления технологий. У вас появляется новая волна работы, у вас появляются новые интегрированные цифровые операции, и люди становятся очень изобретательными. Теперь мы делаем вот это. Что будет следующим шагом? Это своего рода повторяющийся процесс, это небольшое замечание. Я для того, чтобы ответить на этот вопрос, с той точки, какое программное обеспечение необходимо для того, чтобы использовать вашу технологию? Это очень интересный вопрос на данный момент. Я думаю, что, конечно, в нефтегазовом секторе, я должен сказать, что в определенном объеме и в горном секторе очень много, на многих объектах уже есть данные, есть информация, эти данные информации уже хранятся, производится их визуализация. На самом деле мы используем эти данные, информацию, но есть все равно возможность создать цифровые основы, а затем уже трансформировать ваш объект. Мы также видим, что очень многие люди переходят к более продвинутым цифровым технологиям, таких как аналитика, машинное обучение, ожидая, что это все решит все их проблемы. Но сначала необходимо сделать базовые вещи. Конечно, выводы
допустим, которые мы сделали по работе BPI-ROC, что необходимо сначала использовать те технологии, которые у вас уже есть, и затем их координировать с вашими объектами. И это даст гораздо больше преимуществ. Но на самом деле у меня нет аналитики, допустим, или у них нет цифровых близнецов. Эта работа проводилась в 2012-2013 году. Я думаю, что есть модель зрелости определенно, но сначала необходимы базовые технологии, затем необходимо их соединять, и затем уже взаимодействовать с базовыми технологиями. Лучше хранить данные, лучше визуализировать их и иметь возможность принимать решения между вашим центром, между вашим объектом, и затем у вас уже создается этот центр в качестве хаба, где у вас объединяются все эти цифровые технологии, где вы используете аналитику, где вы используете машинное обучение и так далее, и так далее. Спасибо, Тони. Еще один вопрос. Есть ли пилотная версия, чтобы сначала протестировать технологии до того, как покупать полный пакет? Да. Многие компании работали с пилотными версиями до того, как переходить на полное внедрение. Это очень часто задаваемый вопрос. И на самом деле мы будем советовать вам, чтобы вы сначала взяли рудник, либо сначала взяли какой-то блок, провели эту работу в качестве пилота, особенно если у вас уже есть какие-то цифровые данные, если у вас уже сложились определенные коммуникации, чтобы вы уже могли это все визуализировать, посмотреть, как это работает. Вы можете провести работу в пилотной версии, научиться чему-то, получить какие-то прибыли, преимущества от этого средства, а затем уже переходить на полный пакет и посмотреть, каким образом вы можете наращивать этот подход. Чтобы я сказала, что большинство компаний делает эти пилотные версии и затем уже ее наращивают. А само наращивание – это уже тоже непростая вещь. И в нефтегазовом секторе мы также видели, когда у компаний уже появлялись по 10 лет назад, и когда они привлекали внимание, когда они планировали, что да, они будут наращивать свою работу, наращивать свои ЦО. Да, конечно. Использование пилотной версии – это хороший метод, но, тем не менее, у вас сначала должно быть видение, куда вы стремитесь прийти. Но вы должны начать с того, что у вас есть, и фокусироваться на людях, процессах, организационных изменениях, учитывая то, какие технологии вам уже доступны. Спасибо. Давайте ответим еще на один вопрос, поскольку до того, как мы перейдем ко второй части вашей презентации, на каком этапе процесса проекта лучше реализовать вашу технологию? Если это новый проект или действующий же проект, это необходимо знать. Я думаю, что если это абсолютно новый рудник, и если вы хотите разработать абсолютно новый рудник, то вы не можете начинать с самого раннего этапа. Вы должны понимать, какое будет видение, какая у вас будет оперативная модель, как вы будете эксплуатировать данный рудник, какие технологии вы будете использовать. И какой эффект у вас получается в результате? Вам необходимо посмотреть, какие у вас будут операционные принципы. Но, кроме того, необходимо посмотреть, какие есть технологии, которые позволят реализовать эту модель, эти оперативные принципы. Люди фокусируются на технологии, но технологии тоже ищут свой дом. Вы должны понять, какие оперативные совершенствования вы пытаетесь привнести с этими технологиями? Конечно же, мы видели в нефтегазовом секторе желание использовать очень сложные, дорогие пакеты, но иногда эту проблему можно решить и по-другому, поэтому вы можете сделать очень многое, зная, что вот на данный момент что-то вам будет казаться очень простой, очень базовой технологией, но она позволит вам сделать очень многое. Хорошо, спасибо, Тони. Тогда мы перейдем ко второй части. Пожалуйста. Мою презентацию все еще видно? Да? Хорошо. Итак, сейчас я хотел бы поговорить о центрах интегрированных операций. Мы считаем, что ЦИО, где
Это место, где сочетаются все эти технологии, где принимаются решения, где заполняется разрыв между офисом и работами на объектах. Это позволяет внедрять систему удаленного контроля, удаленных операций, инженерного сопровождения. Именно здесь происходит оптимизация производственной цепочки. Именно здесь производится автоматизация машин, оборудования. И именно здесь производится мониторинг оборудования. Но кроме того, этот центр должен стать единым окном. Очень часто мы видим, что нет четкой коммуникации, нет четкого протокола коммуникации между теми, кто находится на объектами и в офисе. Нет этой взаимосвязи, потому что потоки разделяются и разрывается ваша коммуникация. Поэтому первое, объект должен получать помощь от центра, от офиса. И люди в офисе должны знать, что происходит на объекте. Кроме того, это позволяет нам поднять ситуационную осведомленность. Таким образом, что люди в офисе должны иметь гораздо большее понимание о том, что происходит ежедневно на объекте, фактически не присутствуя там. Поэтому один из ключевых моментов, когда мы говорим, почему эти ЦИО, которые сейчас часто встречаются в нефтегазовом секторе, и почему они становятся все более и более важными для горного сектора. У нас есть гибкий процесс разработки и внедрения. Мы понимаем, какое существует видение, какая модель, оперативная концепция существует, какие функции, возможности существуют, какие существуют потоки операций, какие существуют технологические решения, какая ваша организационная структура, как производится управление. Вот самый главный, последний момент, он более главный. Поэтому, может быть, операционный дизайн недостаточно хорошо работает, может быть, нет организационной гибкости. Если мы говорим о дизайне ЦО, мы разработали техническое задание на проектирование, смотрим, каким образом мы можем построить центр и так далее. Изменение менеджмента и управление изменениями также важно. И, кроме того, устанавливаются сроки для этой работы. Мы видели, что такие работы проводились иногда очень быстро. На небольших объектах, на небольших компаниях. Иногда на это уходило порядка 3 месяцев, от 10 до 12 недель. И обычно в более крупных компаниях, в более крупных объектах мы говорим о 9 до 18, до 15 месяцев, если мы говорим о более крупных ЦО. Когда вы делаете основу дизайна, то, что мы сделали несколько раз, мы говорили о BHP в Канаде для их наземного рудника. Это так называемый анализ критической фазы, где мы идентифицировали и оптимизировали любую из этих операций в цепочке, но мы определили те, которые наибольшую ценность будут представлять. И здесь вы видите то, каким образом можно создать ЦИО, какие процессы будут проходить под его управлением. Что касается решений, которые вы принимаете, мы говорим о удаленных операциях и контроле. В промысловой отрасли для нефтегазового сектора это является менее типичным. И здесь мы видите также, что чаще всего жизненный цикл таких операций занимает 10-15 лет, и эти работы являются достаточно дорогостоящими. Здесь мы видим также большое количество сотрудничества, которое связано со взаимодействием и поддержкой, принятием решений. У нас также есть центр мастерства для нефтегазовых и добывающих компаний, которые сфокусированы или на определенном процессе, или на определенной технологии. По мере того, как вы посмотрите на нижнюю часть этой диаграммы, вы можете понять, что специфически экономически это является более целесообразным. Это, например, экспертный центр ЦИО, удаленный центр, центр удаленного управления и так далее. В таком вот формате, стоящего отдельно. Здесь мы
Также видим операционную модель ИО для медного рудника в Чили. Какова традиционная модель контрольного пакета и оборудования, которое расположено на местах, и как вы можете консолидировать контроль в локации? Это так называемая комната, операционная комната, комната контроля. Это пример того, как был реализован данный проект Сантьяго. Был сделан анализ. Здесь мы видим то, как это осуществлялось в управлении водными ресурсами. Здесь мы видим водный цикл, энергетический цикл, цикл управления водными ресурсами и энергетическими ресурсами. А также видим оптимизацию производства и другие уровни поддержки, которые включают интегрированное планирование, IT, контроль, качество данных и другое. Очень важно понимать все эти операции для разработки и проектирования такого центра. Здесь опять мы видим до и после. Мы видим интеграцию производственной цепочки. Это также пример Австралии для их шахт. Здесь ситуация описывается, которая была до, и ситуация, которая была после. И, конечно, когда вы смотрите на новую модель, вы видите оптимизацию всей производственной цепочки за счет проактивного определения возможностей повышения производительности. Достаточно интересным является то, что можно самый лучший персонал назначить и сфокусировать их, сконцентрировать их в данном центре. И также это будет полезным для привлечения и удержания персонала. Здесь мы видим цепочку добавленной стоимости ЦИО на примере медного рудника Чили. Наш живой дизайн и подход на основе технологии Agile демонстрирует разработку центра, который может располагаться непосредственно в помещении, в здании. И, как правило, мы такие центры разрабатываем за период 2-3 недели. Уровни обновляются. У нас, как правило, проходят несколько семинаров. Затем мы дополняем необходимую информацию, проводим консультации с клиентом. И затем уже мы все вот эти вот чертежи и материалы объединяем в единое целое, где можно видеть все до мельчайших деталей, вплоть до того, где будет располагаться кофемашина и где будут находиться те или иные помещения в проекте. Такой подход мы применяем на протяжении последних 10 лет и делаем это фактически с момента, когда мы эту концепцию разрабатываем. Эта концепция называется Agile. Здесь мы видим пример небольшого ЦИО. Вы видите здесь различные зоны, скрытые зоны, зону, где находятся инженеры, планировщики. Здесь мы видим зону кухни и другие производственные и непроизводственные помещения. То есть то, как вы берете основу проектирования, а затем переносите на различные уровни. Данный уровень потребовал от 50 до 60 чертежей с учетом различных направлений данного помещения. Помещение было достаточно небольшим. Вот здесь вот работа, пример нашей работы, которую мы проделывали для компании BHP iRock Hurst. Во-первых, это крупная проектная команда, которая занималась планированием и реализацией. Мы сделали одну часть работы, посмотрели на то, как это будет работать, насколько это будет применимо, и затем уже разработали уровни. Здесь вы видите 1, 2, 3 для промысловой отрасли. Здесь вы видите, вот здесь вот вы видите розовым цветом показано место, где будет размещаться команда руководства. И также вы видите достаточно гибкую с географической точки зрения проектную документацию. Интересно, что бизнес-кейс для этого центра,
когда каждый месяц, ценность оценивалась в несколько миллионов, и каждые 2-3 дня этот центр окупался и окупился достаточно быстро и легко на протяжении нескольких месяцев, всего несколько месяцев потребовалось. Это было в 2013 году, без аналитики, это просто технология. И здесь вы видите, как эти данные оказываются непосредственно на экранах в едином центре, в одной комнате. Это центр, который мы разработали для BHP, VS Candida, где-то в течение года. И здесь вы видите фотографии этого центра, прошлогодние фотографии, когда центр вводился в эксплуатацию. Здесь вы видите операционные центры, контрол-дески. И здесь мы демонстрируем то, каким образом мы воспользовались первоначальным проектированием, проектной документацией и транслировали его в то, что вы видите на фотографии вживую. Tech Resources – это еще один пример нашей работы с клиентом в проектировании ЦИО. Достаточно хорошо и успешно было реализовано данное решение. Если вы посмотрите вот сюда, в центр, вы увидите, что эти команды благодаря визуальной коннективности могут осуществлять сотрудничество друг с другом. Здесь вы видите один сайт, который сейчас находится, одну площадку, которая сейчас находится в стадии строительства. Здесь вы видите большое количество этих разработок и место расположения каждого из этих помещений. Очень четко понятно, где, в каком именно месте будет сидеть тот или иной сотрудник. После проведения семинара на это уходит несколько недель. Здесь мы видим 3D-визуализацию для того, чтобы продемонстрировать, как будет выглядеть окончательный результат. Здесь вы видите планировщиков, системных инженеров, производственников, руководителей. Каждая команда имеет здесь свое определенное место и специфический проект. Здесь мы видим пример другого клиента, Barrick Gold. Это также где-то в Аргентине. Что для этого потребовалось? Если мы сейчас перейдем к видео, я думаю, будет намного понятнее. Убрать разрыв между рудником и офисом, обеспечить непрерывную поддержку на объекте, обеспечить мониторинг в режиме реального времени. Добро пожаловать в будущее горного сектора. Добро пожаловать в Виладеро, центр удаленных и интегрированных операций в Абертане, провинции Сан-Хуан, Аргентина. ЦИО – это символ новой модели рудника полного цикла. Взаимодействие в сочетании с самыми современными инновациями в горном деле трансформировали предприятие в действительно передовой центр интеграции горных работ и современной аналитики данных. Демонстрация наших обязательств инвестировать в инновации в регионе. Это первая в своем роде компания IROC, созданная в Сан-Хуан в Аргентине. Модель удаленного мониторинга повышает возможности распознавать события, ведет к максимальной добыче при ускоренном реагировании на изменения на объекте и обеспечивает уверенность в наших возможностях принятия стратегических решений. IROC позиционирует Сан-Хуан как лидера в области развития инноваций и горного сектора в регионе. Наш успех обеспечит горной отрасли роль положительной движущей силы в экономическом развитии провинции в обозримом будущем. Я хотела бы снова вернуться к своим слайдам. Это видео доступно на YouTube, если вы хотите на него посмотреть. Что вы там видите? Это та компания, которая внедрила ЦИО в свои программы, там, где принимаются решения. Я несколько еще слайдов покажу. Эту работу мы проводили для оператора нефтегазовых проектов. И снова вы видите, здесь у нас сложились все возможности полного контроля, плюс инженерная поддержка, плюс разные столы разных команд покрашены разным цветом. Это было в
2018 году. И здесь дизайн был проведен за 2 недели. Здесь гораздо меньший объект. Это RepSol для операций с газом, извлекаемых из сланцев. Это небольшой проект, он был быстро реализован и уже работает. Здесь глобальный центр бурения, Великобритания. Это большой центр, где показаны все люди, которые занимались бурением, все команды, которые занимались мониторингом по всему миру. Здесь более мелкий проект в области нефти и газа, проводился несколько раз. Это в Малайзии, в Канаде и также ConocoPhillips, вы видите, они их затраты окупились трижды за год. Стоимость была 4,5 миллиона для внедрения системы IT. И возврат по инвестициям получился 15 миллионов за год. Сверху вы видите, где находится мой курсор. Здесь вы видите люди. Это люди находятся в Австралии. Поэтому один из моментов, который мы сделали таким образом, чтобы люди, находящиеся в разных регионах мира, могли взаимодействовать. И здесь еще несколько моментов, у нас осталось еще несколько слайдов. Это те изменения, которые мы наблюдаем с внедрением интегрированных операций. Здесь вы видите, что меняются процессы, разрозненные процессы переходят в параллельные процессы, появляются мультидисциплинарные команды. Мы работаем вне зависимости от географической локации. И, кроме того, решения принимаются на данных в режиме реального времени, и подход меняется с реактивного на проактивный. И еще несколько слайдов в отношении COVID-19. Что мы видим? Что происходит? Это то, что компании стали переходить на удаленные операции. Это возможность усовершенствовать свои удаленные работы. И какие существуют угрозы? Как вы обеспечите устойчивость? Каким образом вы можете использовать вашу модель в условиях кризиса? И на самом деле мы использовали этот слайд для того, чтобы продемонстрировать в качестве пилота. Очень многие оперативные площадки на данный момент оставляют меньше людей на объектах. Каким образом вы можете удержать устойчивость ваших операций? Каким образом вы можете сохранить ваши работы на объекте в данных условиях? Если люди находятся на объекте, только тогда, если им нужно делать что-то физически. И мы видим, что удаленные центры контроля операции становятся ключевым стимулирующим фактором. И компании начинают понимать, каким образом они могут использовать эти подходы и что действительно дает им возможности. И что мы можем получить в будущем в результате этой работы. И несколько выводов. Если вы хотите внедрять интегрированные операции, то основной вывод, что это организационная трансформация. Это не технология и не проект в области IT. И успешные компании должны подходить именно таким образом. Это постоянный процесс. Нет единого рецепта для всех. Мы это делали это для этой компании и в одном регионе мира, и это будет работать и для другой компании. Нет, здесь нужно подходить очень осторожно. Необходимо делать свои выводы и посмотреть, что поработает для вашего объекта, для вашей культуры, для вашего региона. И я думаю, что это очень важный вывод, который мы сделали из работы с нефтегазом. Кроме того, необходимо подходить на основе операционных возможностей. Необходимо концентрироваться на тех технологиях, как они работают. Необходимо смотреть на процессы, как люди взаимодействуют с изменением, как изменять эти подходы таким образом, чтобы они подходили. И необходимо посмотреть, каким образом применяется решение и почему это работает. Мы говорим о самом подходе к изменению работы организации. Ценность этого подхода огромная. Мы можем
более детально об этом рассказать вам позже, но из того, что мы видим, что окупаемость проектов происходит, как правило, за 6-12 месяцев. Особенно мы это видели в нефтегазовых компаниях. И данный центр становится центром единого окна, где вы принимаете решения, где вы... Еще один момент. Именно здесь технологии объединяются. Именно здесь, через этот центр, вы меняете метод работы в вашей организации. Очень важно понять, что чем больше и больше появляется новых технологий, их необходимо интегрировать, их нужно гармонизировать с организацией. И нельзя сказать, что вот эта единственная технология будет работать на данном объекте. Такого не бывает. Кроме того, я должен сказать, что есть очень много других преимуществ, которые дают удаленные операции. И поэтому в большинстве случаев у вас должны быть цифровые основы, должны быть цифровые платформы, цифровые базы для того, чтобы внедрять эти операции. Но это все, что я хотел вам рассказать. И есть ли у вас какие-либо вопросы? Так, Ольга, спасибо большое, Тони. Это действительно впечатляющая презентация. Мне очень понравилось, когда вы говорили, что это не программа технологий, это программа изменений. Что компании, которые заинтересованы в ваших технологиях, должны быть готовы к полному изменению, а не для того, чтобы сделать их операции, активы более эффективными. Я думаю, что у нас есть несколько новых вопросов. Как компании с несколькими дочерними предприятиями могут получить преимущество от такой технологии? Итак, это хороший, интересный вопрос. Действительно, мы работали с крупными компаниями, у которых было много операций в разных странах, и операции проводились разного типа. Поэтому это легко видно в компаниях нефтегазового сектора, допустим, Shell и так далее. У них есть операции и на суше, и в море, и так далее. Поэтому здесь у нас компании абсолютно разные. Здесь необходимо понять, какой будет основной процесс, что вы делаете в ваших дочерних предприятиях. Здесь должны быть процессы, допустим, связанные с медным рудником, которые применимы только для медных рудников. Вот эти процессы по своей технологии, они будут специфичны для конкретного актива. Но есть другие процессы, которые бывают общими для разных видов объектов. Допустим, то, что вы используете для медного рудника, вы можете использовать для других объектов. Но здесь необходимо подходить к планированию. Планирование будет более-менее похоже. Когда вы подходите к крупных компаниях, вы смотрите, какие процессы будут общими для дочерних предприятий, какие процессы будут специфичными, индивидуальными для данного конкретного объекта. И то, что это модель, которая состоит из нескольких слоев. И я думаю, что мы это видели в двух вариантах, то есть процессы, которые имеют большой контекст, здесь вам необходимо, допустим, для них необходим рудник. И в эти процессы, в этих процессах вы должны очень много знать о руднике, но вам не нужно там находиться. И есть процессы с низким контекстом, с низким взаимодействием. Обычно это такие процессы, такие как мониторинг какого-то грузовика, какого-то насоса. Поэтому важно ли, что, где находится этот грузовик, в Монголии или в Канаде. В конце концов, вы все равно ведете мониторинг грузовика. И в какой стране он находится, это не так важно. Поэтому я думаю, что если вы сделаете эту разбивку и увидите, что специфично для вашего объекта, а что можно применить для других объектов или для нескольких объектов одновременно. Спасибо. Еще один вопрос. Сколько стоит реализация? Какой проект окупаемости инвестиций в проект? Я думаю, вы уже говорили об этом несколько раз в рамках вашей презентации. Я должен сказать, что все зависит от размера вашего проекта.
нефть в газовом секторе мы работали с проектами, когда у них было 10 тысяч скважин, в других компаниях это было 200 скважин. И здесь все очень специфичное. Но что бы я сказал, если вы хотите перейти к тому, что мы называем цифровые основы, если у вас есть данные реального времени, информация, если они правильно хранятся и передаются, если вы хотите, чтобы у вас был оперативный центр, таким образом, чтобы инженеры и операторы могли использовать эти данные, то, или, может быть, проводили какой-то простой анализ и построить центр. То есть здесь затраты зависят от того, сколько у вас данных. И здесь затраты могут быть абсолютно разными, от 2000 долларов до 500 миллионов долларов. Поэтому стоимость реализации составляет 1, 2, 3, 5 миллионов долларов. Но обычно возврат по инвестициям осуществляется в течение 3-6 месяцев. В некоторых случаях процент совершенствования после того, как вы снизите затраты и снижение и повышение эффективности очень значительно. Вот, допустим, вы видели историю BHP Rock. У них ушло от 6 до 18 месяцев на построение, но окупились за 8 месяцев. Мы смотрим анализ каждого бизнес-кейса. Какой уровень эффективности вам необходимо достичь для того, чтобы эти цифровые технологии себя окупили. И если у вас большой объект, то, конечно, иногда даже небольшие совершенствования приносят к значительным результатам. Но обычно, что мы видим, о том, что эти цифры гораздо выше, гораздо больше. Поэтому, смотря какой масштаб вы строите, смотря какой разбег вы берете. У нас был один центр, который мы делали в Азербайджане. Этот центр все еще работает. Он начал работать до того, как был открыт официально. Это позволило окупить морскую платформу. И мы видели такие же моменты в центрах, связанных с горным сектором. Поэтому не просто рассчитывайте на технологии людей. Вам необходимо внедрять изменения. Вам необходимо менять людей, необходимо менять процессы и так далее. Как эти технологии решают проблему снижения количества персонала? Если вы будете применять аналитику и оборудование, машинное обучение какому-то оборудованию, будет ли это насос, будет ли это грузовик, компрессор. В конце концов, если у вас будут эти технологии, если вы проводите анализ, то какой возврат по инвестициям? Он также может сложиться в том, в снижении затрат на ремонт и техническое обслуживание. Поэтому очень сложно построить вот такую взаимосвязь. Мы работали с людьми по переработке нефтегазовой продукции, и они применяли такого рода технологии достаточно долго. Они начинали понимать, какие у них есть сокращения затрат на техническое обслуживание. Поэтому мы говорим не только об каких-то оперативных объектах, мы говорим о самом подходе, о том, как люди подходят к оборудованию, о том, как люди проводят работу. Каким образом можно устранить пробелы, если вы применяете технологии, допустим, если вы применяете камеры. Что мы делаем? Мы даем оценку цифровых возможностей и смотрим, каким образом вы можете снизить количество персонала. И что мы еще видим? Это можно сделать достаточно просто в нефтегазовом секторе. Мы смотрели, каким образом можно снизить количество людей на объекте. В некоторых случаях можно было снизить на 50%.
Это какие-то отдельные оперативные площадки, может быть, где-то даже на каком-то конкретном удаленном объекте. Но здесь совершенно будет другой подход, если мы говорим о большом руднике. Мы смотрим, что можно убрать, что можно передать куда-то, что можно оптимизировать. Поэтому часто необходимо очень много работы можно передать в этот оперативный центр. Хорошо. Спасибо, Тони. Я хотела бы напомнить аудитории, что вы можете задать свои вопросы в блоке комментарий под основным экраном. Есть ли еще вопросы? Вопросов больше нет. Итак, уважаемые участники, спасибо за ваше участие в этой встрече. Пожалуйста, пройдите по ссылке в виртуальную комнату переговоров. Там вы сможете задать дополнительные вопросы и продолжить обсуждение с участниками. Спасибо и увидимся очень скоро.